поздно так начал стримить, потому что сегодня днем встречался с людьми, да в зал ходил. Так, там Савансан воюет с компом. Я до конца даже не вспомнил толком расклад, который тут был. Ай, блин, я в группу анонс не дал. Матча сразу, один матч сейчас идет. И да я только вот недавно пришел домой, как я еще ни с кем не договорился. Еще скажи, что у меня друзья есть. Не, так, с чужими людьми встречался, с чужими друзьями встречался. Своих нету, да, говорю, хоть с чужими с друзьями повстречаюсь немного. Приходит ход. У нас там из объектов еще конца, я помню, была не взята. Так, здесь не пролезть, ничего не сделать, да? Понятно. Вот берем свиток и дуем сюда. Что у нас там? Одна нычка воздуха, две нычки водянок. А где стек водянок? Или я их не скупал, типа? Так, фьюр у нас... с маслом и первым СП. А чё, артов вообще нету, что ли? Артов... А, вот, на три раунда заклинания есть. Отлично. Это отлично. Так, ну мне нужно прямо сейчас передавать, чтобы взять и повести. Как я понял, я рассчитывал примерно так сделать. Так, тогда лизардов оставим. Лизарды будут идти пробивать. А вот это все забрать. Ну что, или кого-то ему еще пихнуть? Давай одну эту пихнем, чтобы она микрила. Микрить и расстреливать. Так, а чё тут? А, вот. Вот же ж оно всё есть. Феечки.
Огни брать не будем. Так. Ну вот как-то так, наверное. Поползли в эту консятину. Так, нужно, чтобы консятина большая была. Консятина, давай. Отлично, троечка. То, что нужно. Опа. Slowly. Воздушка не погибла смертью храбрых. Тут и максималка бы легла нормально. Давай мудрость возьмем. Ну вот, уже что-то. Посолиднее выглядит, посолидней. Уже ГМ-3 стоит, а на 4 не хватает чего-то. А мы с перестройкой играем или нет? Как теперь это посмотреть? Блин, тоже, конечно, так вот. Не посмотреть, ну не помнишь, значит не посмотреть, что ли? Так, нормальный нагашник. Можно даже было и побольше, я бы сказал.
Не, так-то Аджора прилично. Еще не скуплено. Можно изи у топу единичку ломануть. Но опять-таки, правда, вот этим парнем, которого даже негде разбивать. Наверное, вон там разбить ближний свет будет. И поди еще в нычках тоже не скупалось ничего. Я так подозреваю. Зато цикл опять не взял. Я думаю, без потерь будет поинтереснее. Мудрость предлагает. Надо брать, я все равно уже ГМ ставлю. Воу-воу-воу. Так-то они удачно встали на два стека, конечно. Вот, потери мне не нравятся. А как ты завытилась-то? Дрянь такая. Вот это было жестко. Это было очень жестко. Фаенсик. 20 крестов. Ну, нормально, в принципе. Мяско приятное очень. Колечко хорошее. Это типа угловой трожак, что ли? Где-то там или чё ли? Или что-то вроде того. Ну, мясо хоть завались, конечно. Сейчас пробежимся по дорожке немножко. Немножко по дорожке. И вскоре, наверное, будем возвращаться. Нужно универ поставить будет. Поставить универ и выучить землю Монеру. Но пока что есть что качать, конечно. Но вообще в ближайшем будущем... Такие планы.
Так, ничего больше тут не ставится, да? Ну, ладненько. Меняем ход. По правилам можно копать хоть когда близкий, с первого, хоть с первого хода, хоть по первому открытому. Привет, Анюта.